Смотрите в пятницу 20 сентября в 18:15 программу о животных на телеканале «Самара ГИС». Вы увидите двум кошкам и одной собаке ищем своих владельцев, добрых и ответственных. Наш эксперимент. Сколько времени понадобится, чтобы приучить диких собак человеку и простому послушанию? И гость в студии, заведующий травматологическим пунктом Самарской городской клинической больницы номер 2 имени Семашко Михаил Калинкин. Тема беседы. Первые действия, если вас укусила собака или отцарапала кошка, и важность прививки от бешенства. Обо всем этом смотрите в программе о животных на телеканале «Самара ГИС» в пятницу 20 сентября в 18:15.